Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Физика, 8 класс. Мы решаем упражнение 26 по цифре 1. Это упражнение об измерении напряжения. А напряжение измеряют с помощью вольтметра. В задании по цифре 1 нас просят рассмотреть шкалу прибора, изображенного на рисунке 65 под буквой А. Определить цену деления прибора. Цена деления прибора обозначается буквой С. Чтобы ее определить, мы должны выбрать два соседних деления, возле которых подписаны какие-то цифры. И здесь мы можем выбрать, например, 6,3 вольта. Соседние, возле которых подписаны значения величины напряжения. Из большего значения нужно вычесть меньше. Из 6 вычесть 3. И разделить на количество деления между 3 и 6, там 2 промежутка, разделить нужно на 2. 6 минус 3 это 3, разделить на 2 это 1,5 вольта. Цена деления такого вольтметра. Теперь нужно перечертить тетрадь шкалу его и нарисовать положение стрелки при напряжении 4,5 вольта. Рисуем мы шкалу так. Полукруглая она. Крайние деления шкалы, возле них подписаны значения 0 и 15. Дальше все это поделено на 5 равных частей. Деления промежуточные подписаны значения 3, 6, 9, 12. Каждое еще пополам разделено. Одно маленькое деление, как мы только что узнали, это 1,5 вольта. Чтобы 4,5 вольта получилось, нужно, чтобы стрелка показывала вот сюда. Дальше нам нужно отметить 7,5 вольт. Точно так же рисуем шкалу. Крайнее деление отмечаем значения 0 и 15. Делим шкалу на 5 равных частей. Значение подписываем напряжение 3, 6, 9 и 12 вольт. Каждое деление делим еще пополам. Чтобы получилось 7,5 вольт, стрелка должна показывать вот сюда. И последний раз 10,5 вольт. Опять третий раз рисуем шкалу. Крайнее деление подписываем значение 0 и 15. Делим все это на 5 равных частей. Промежуточные значения 3, 6, 9 и 12. И каждое деление еще пополам разделить. 10,5 вольт это будет вот здесь. Можно подписать здесь 4,5 вольта показания прибора, 7,5 вольт и 10,5 вольт. Если вы хотите знать ответы на остальные вопросы, следите за новостями сайта онлайн ГДЗ в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал онлайн ГДЗ на YouTube.